Всем привет! С вами я, Александр Кнутин. Однажды я поспорил с папой, что если у меня будет тройка за четверть, то папа меня подстригет на лысый. И, увы, у меня тройка за четверть по математике. Ну и сейчас меня папа будет стричь. Привет! Кто проспорил? Я. Кепку. Это ужас. Нет. Все, так и гуляй. О. Это конец. Ой! Произошла техническая неполадка. Скажите, зачем я это делал? Проспорил? Учиться надо лучше. Что, больно? Нет, мне это так не так. Чё, я к тому же лысый? Все, будешь ходить как Тарас Бульба. Покажите. Я хочу посмотреть, дай зеркало. Пожалуйста, зеркало дайте. Зеркало. О, у меня сейчас все волосы. Чё говоришь? На шее волосы. Фу. Давай. Можно я себя подстригу? Ну, а? Я сейчас попробую. Ну, попробуй. Сильно не веди бы. Брови не подстриги. Волосы стряхни. Сейчас подождите. Пальцы смести. А они все равно не видят. Да ты быстро не веди, а то волосы все сбросишь. Ну ты как держишь? Вот так вот. Красавчик. Может, завтра в школу так пойдет? А мне завтра в школу не надо. Ну, ё-моё, ну до понедельника подождем. Ну, он тебя прям волосами там делает. Это жесть. Покажись. Красавчик. Давай я тебя постригу. Не, я сам. Да ты не умеешь. Давай я тогда направлять тебя буду. Смотрите, какой у меня волос. Покажи меня. Миньон.
Фу, ну, там Саш. Волосы. Там волосы два. Ну, Саш, ну я же брою. Там у тебя волосы нету. Покажи нам. Ничего страшного, за лето отрастет и опять прическу свою. Все, это конец уже. Дай попробовать. Потом смысл сказать, учитесь хорошо. Ты можешь хорошо сидеть? Нет. Почеши мне спинку. Ну вот и все. Учитесь хорошо. Это такое всегда будет. Ну а я мыться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока и всем удачи.